все завершается. Вирджини Голд прошла свой вегетационный период и начала уже болеть табачная мозаика, бронзовостью, и я оставил псу только на семена. Вот. Гавана Голд как-то ее не тронула, хотя она находится рядом. Им обоим они посажены 12-13 мая. Сегодня 26 августа, поэтому как бы им пора уже завершать. Наступает осенняя чистота и порядок на табачном поле. Но сентябрь обещают теплым, то есть последние листики выжелтятся и высохнут. А когда мы почувствуем осень всю чужую на наших бульварах, мы наполним и сдвинем стаканы под уютными кепками крыш. Наши женщины выплетут косы, как винтовку подхватим гитару. Ставки сделаны, нас на пороге, улыбайся, обнимет малыш. Ребята, не будем долго бегать за рыжей подругой. Что же это мы баб не видаем? Мы от них уставали подчас. Наши крылья сухие и упруги, наши жены прекрасные любы. Что и бисер катать под ногами, пусть сама добивается нас. Надо такой уродиться, неуживчивый, злобный, спесивый, некрасивый, скупою на ласки, без костров, без транжиры прикрас. Позавидуй тот удивиться нашей жадности неодолимой, и заплачет, и станет красивой, хорошей, свежей от нас. Почувствуем осень всю чужую на наших бульварах. Мы наполним и сдвинем стаканы под уютными кепками крыш. Наши женщины выплетут косы, как винтовку подхватим гитару. Ставки сделаны, нас на пороге, улыбайся, обнимет малыш. Понемногу, валиком, перешагнули мы эту дождливую осень, слякотную бесснежную зиму и начали с земляками-табаководами готовиться к посевной. В каком селе угадывай, в каком году рассчитывай, за семенами спорами сошлись и мужики. Ум хорошо, а три лучше. Сейчас еще раз посуем, посмотрим. Гавана 608, не знаю. В общем, вот он мне... Коннектикут, он мне вот я 4 заказывал вида, он мне выслал. И 4 вида он мне заказал, бонусом положил. Так, Зиммерспаниш, значит, говоришь вам, да? Сигарные, очень ароматные, много виноградных нот во вкусе. Старым сортом является с 1880 года, родом из Гаваны. Листья среднего размера, имеют хорошее тело и эластичность, с мелкими венами. 14-20 листьев, около большие листья. Сорт темный, желтится тяжело, вот в чем дело. Необходима медленная сушка в течение месяца в тени. Сорт крепкий, но это как я Гавану. Она на самом деле крепче получается, если ее над земляным полом в сарае, вот на первом этаже, я ее вывешивал. Срок вызревания 45-50 дней. Сигарный наполнитель, раннеспелый.
Раннеспелый. Хорошо. Да. Коннектикут. Это хорошо, что ранних ты тогда. Да, вот уже 50 дней созревания у меня. Да, Коль, ты внизу нажимай, я открою. Ага. Я, конечно, всегда удивительно смотрю на людей, которые там по 30 сортов сажают из года в год. Вот, ну просто-напросто надо попробовать. Мне интересно, да, что это такое. Вот, эксперимент всегда сладок был. Не, ну тогда да, эксперименты. У него, ну, 901. Ага. Коль, да. Вот, пакеты, ага. Давай, что у Лехи брать? Будем размножать. Будем размножать. Потому я, что нет. Я всегда за. Я в том году сажал, а они мне ничего не потому что мне один. Он мне говорит, ты вот купи этот кокосовый, как он называется-то? Да, да, да. В брикетах эти. Я понял. Ни земли, ничего не. Я считал. Не растет ты, не растет. Не растет ты, не растет. Да что такое, сука, не растет-то? Жена говорит, давай-ка попробуем землю, посади, что ты да, кушаешь? Конечно. Посадили как? А я полтора месяца я с ними боролся. Книжек не читает по биологии. Да. Как там это? Покуда ты в школе под партой дрочил, товарищ ботанику справно учил. Кричат, что эпоха ЕГЭ хороша, да только у них не растет ни шиша. И под этим рефрен из Владимира Владимировича Маяковского. Помни о книге, только с ней станешь строителем будущих дней. Вот. Нет, иногда вот справные мужики, я высылаю литературу, сразу раз, нормальный разговор, почитали там все прочее, ну, да, уже да, чувствуешь, человек надо, подготовился, конечно. Что из себя смотри, представляет. Смотри, вот уже обертка и связующий, смотри, теневые сушки. О, я что-то слышал про 608-ю Гавану. Я даже не высаживаю. У меня одна Гавана, а стандартная Гавана Голд. Ну вот, не, а это Гавана Голд просто беспроигрышный вариант. Да, есть точки хорошие. Особенно после того, как она районировалась. Ну ты знаешь, я ВКонтакте какая-то группа есть, то ли растим табак сами, то ли. А, что. Да, 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 я там. Я, короче, там с мужиками разговаривал. Они вообще говорят, что у тебя это не Гавана, а вообще непонятный сорт, потому что Гавана якобы полтора метра вообще в высоту. Вот. Я говорю, слушай, мужики, ну я тоже брал семена-то не вот какого-то левого человека. Как бы человек уже занимается не первый год семенами, табаком выращивает. Как тут тоже умников всегда. Но, опять же, сортотипа Гавана, да, его немерено. Там и качества абсолютно разные. Кто сказал, что Гавана полтора метрова? Да хрен ты вон в группу, зайди, посмотри фотографии. До 3,5 метра. Я ему тоже самое говорю. То есть, они хотят сказать, я тогда взял от Гавриша семена. Просто Гаван, не знаю номер какой. Блин, вымахал 3,5 метра. У меня видео это есть. Но лист вот типично гавановский. И уж запах сигарный Гаваны я не спутаю ни с чем. А вот у меня Гавриш Гаван. От Табакевича, да? Да. Ага, ну вот ты писал. Торпезон 92-го. Вот здесь ряд и тут два ряда. Очень плодовит, как всегда, хорош, но тоже он уже отходит. Галицкий, да, это главный прокол нынешнего сезона. Он попал как-то очень неудачно под дождь и похолодание. Ветрами его клонило, и он, вот как ни странно, в предыдущие годы не было, а тут бронзовость и табачные мозаики порезвились на нем вполне. А Берли Голд красавец. Вот три ряда, еще растет, плодоносит хорошо. Трапезонт был очень плодовит, я его много собрал. Я его очень люблю, поэтому буду курить с удовольствием. И Берли Голд, классно. Это мне воздаяние за прошлый год, когда у меня Берли Голд было мало. Вот как-то не пошел он в том сезоне, вот, загадки природы. Ну и турецкий. Собрал достаточно, ароматик не самый продуктивный. Только вычистил, не знаю, может еще успею вскопать и сидератов посадить. Пока другие проблемы, вон капуста как закругляется. А то малину надо рассаживать.
В общем, берли еще соберу. И вот его никакие болезни не касаются. Молдавский, как ни странно, вот один ряд очень неплохо. В этом году на семена оставил. В позапрошлом сезоне я отказался от него. Но кое-как набрал семян и был очень доволен. Про Американ. Я всегда думал, что Американ 26-й это американский. Вот. А тут пишут, у советских и американских ученых, но я это как бы давно знал, что все мешки. Я говорю, зачем Терпизон 92-й, то есть отечественная селекция, краснодарские сорта выведены. Они выведены, конечно, вот очень хорошо написано. У советских и американских ученых был диаметрально противоположный подход к селекции табака. У них один-два ярко выраженных признака растений, а затем доведение до нужной кондиции в мешке, плюс ароматики отдельно. Ну, как всегда, Вирджиния, кислая среда, Берлей, щелочная среда, ну, и какой-то ориентал типа турецкого. Вот. У нас сплошная гибридизация, так чтобы в одном сорте была оптимальная и крепость, и сладость, и аромат. Сорт тип Американ, несмотря на свое название, типичные представители отечественного подхода. Алексей, да, смотри семена, может, для себя что-нибудь выберешь. Это семена от Володи Табакевича, которые я заказывал. Я их некоторые высаживал в том году, то есть они мне нормально взошли, то есть урожай был собран. Вот. И некоторые уже заказывал в этом году. То есть это уже твои? Нет, это Володин. Мои, они лежат отдельно, я их потом достану. Может, это чисто Володин. А я? Вот тут прям. Это у тебя какие тут сигарные есть, а вот именно сигарники? Зиммерспайн. А, сейчас посмотрю, подожди. Секундочку. Шады. Сигарные. Фидбэк. Либо 50, это да. Я его не высаживал. Конечно, еще. Вот. А вот Мэриленд, Серега. Мэриленд тоже не высаживал, я его только заказывал. Что-то же был. А вот этот, да. Я это подбирал, мне Коля список. Да, я список Сергею написал. Что за Мэриленд? Светлый, легкий, трубочно-сигаретный сорт воздушной сушки. Считается нейтральным по вкусу и запаху. Скелетный. Способ обработки теневая сушка. Но это вот это наш вариант. Да. Так же, как и Берли, относится к мерленской разновидности. Отлично. Черная Индия. Отверг женский. Вот, если не ошибаюсь. Она у меня не взошла. Мои растишки зашли, рассада. Но рассаду я загубил по незнанию и неопытности, скажем так. И поэтому дальше... Меня жена первый год кричала, ты куда столько воды льешь, ты ж не, вот я так ты же, не рис, да, сажаешь же. Черный мама, кстати, он хороший, я его пробовал, крепкий. А вот герцеговина, в НИИТИ пишут, что классическая высокоароматная герцеговина, куст до 1 метра небольшой, лист небольшой, спущенный, с волнистой кромкой. И к сортотипу герцеговина флор не имеет никакого отношения. Они разные, да, тоже. Вот, то есть у меня герцеговина, там есть вид под вид, вот, герцог называют его. Вот этот вот герцеговин, он там до 3,5, у меня вырастал до 3,5 метра. Но они не могут, селекционеры, закрепить вот этот вот. И иногда не могут объяснить причины, почему герцеговина флор, но она так 2-2,20 вырастает. Почему она иногда там за 3 метра дует. Дорогие массажиры, на первом этаже нашего лайнера находится плавательный бассейн, на втором теннисный корт, на третьем киноконцертный зал. А теперь ремни пристегните, мы со всей этой херней попробуем взлететь. Ну, надо прерваться, монотонная работа как бы. Ну да. Так, вот я зашел, галочку не взял, да? О, она говорит, муж бытовой техникой занимается, ремонтом бытовой техники. Он распаивает вот этой зажигалкой, и замок, когда в гараже замерзает его, он ее берет отогревать. Я говорю, значит, хорошая зажигалка. Раз выдерживает отогревание замка. Ты чем забил? Осенней? Да. Как? Ну, она не крепкая такая. Душистые-то вот покрепче. У меня выросли в том году.
Вот а, то есть уже районированный. Да, да, да. Если что, можно отдельно пакетик и тех насыпать. Ладно. Вот. Пенсильвания. Те семена, которые у меня выросли, я собрал, что? Они у меня... Я про нее слышал, хорошие, конечно. Зашли все, которые я собрал. То есть... Ну, про нее тут хорошо написано, что такой неубиваемый сорт говорит. И вкусный. Ну, Тернопольский наверняка не интересует. 7-14. Не, он у меня отличный растет. На уровне до 3,5 метров иногда. И я с него собираю. Это вот мой самый неубиваемый. Ветер отлично держит. Он выжимает сорняки здорово. И лист чистый такой, товарный. Вот вкус. Он не похож на другие, за что мне нравится. Берли тут с обжаренным намешанным. Такой цветочный запах. Запах-то он чувствуется, да. И вкус, то есть травянистый. Вот. Самое, конечно, мое так удивление, это от герцеговины не низ, не, а вот герцеговины флор. Я первый, ну, после 8 месяцев, вот в апреле она сейчас отлеживается. Сейчас еще землистый привкус от нее будет. Надо додержаться до апреля и вот там начинать. Сколькими я давал там брату моему курить и все прочее. Он как-то не сразу доходит сначала. То есть у него он вроде и табаком как-то не шибает. А потом постепенно к концу трубки начинает доходить. Насколько изысканный табак. Вот очень мягкий вкус. Хвалят табак. И так медленно-медленно доходит. Очень изысканный. Да, сделал. Ну как? Нормально, готай, да? Я вам взял себе тоже. Начну с понедельничка. Я ж с этим же списался с товарищем. Да. С Агуреевым? С Агуреевым, да. Я же с ним списался. Очень меня там интересовал один момент поперечного, значит, там ролика. Узел вот этот, вот крестовой, который катается. Да. Саму каретку-то я сделал, все нормально. Но центральная, да, уже которая закатывает уже сигару, да, получается, она прижимает ее, да. Ага. То есть через нее проходит ткань. У меня она не вращается, то есть у меня жестко стоит этот пруток, вот. И поэтому немножко трудно его прокатывать. Написал ему, говорю, так и так, объяснил ему ситуацию. Я говорю, у вас как сделано? Он говорит, у меня она вращается. То есть она уже легче ткань проходит, то есть через нее. Люфтится, да, я тоже обратил. И говорит, уже проще, легче она. За Табакевича. Давай. За Володю и за Игоря Агуреева. Изо всех табаководов доброй воли. Сейчас посмотрим, что у нас тут получилось. Ну вот, видали, какая? Сигарила. Это уже сигара. Я не знаю, если сюда листок, из листочков попробовать ее крутить. То есть, ну вот толщину вы видите, да? Вот скрутила. То есть, для того, чтобы, ну, для себя просто ради любопытства там скрутить толстую, вот, пожалуйста, вам. Так в августе было не до беседки. Второе поле. Красавец Тернопольский. Герцеговину пора убирать. Вон она уже скукошивается. Вычистил, подзапустил. Спектр надо обиходить. Все это ждет пятой ломки. Тернопольский уже зрелый. Спектр зрелый. Юбилейный новый 142 героически встречал. Он как его положил. Встречал ветра с запада ряда, но он подверженный оказался. Он спектр, нет, стойка. Неисповедимы твои пути, Господи. Американ 572, дюбик лимонный. Списочек. Оренока. Обновим. Мэриленд. Американ 26.
Дюжик 50, Вирджиния Голд, Германия. Маленький росток черного мамонта. Мне что-то как-то не внушал доверия, конечно. Ну ничего такое, полежал нормально, стал петь. Вирджиния Голд Лайф. Монте-Кальма желтый. Пенсильвания Ред, Герцеговина НИИ. Измир. Хасиенда Дель-Кура. Черная Индия. Ориентал Каник. Крепыш. Гавана 608. Дисконсин 501. Я теперь за всей этой херней попробуем отсеяться. Коннектикут Брэдли, Коннектикут Шейн. Зиммер Спэниш. Да, блин. Зиммер Спэниш, да, тоже интересный сорт. Трубку забил его. А он тут не курица, он привыкся, сигарета она жжет. Ну кто знал-то вот? Я самая первая мысль, что сделать? Сушить его. Я разложил его по всей комнате, на батарею. Там вонище такая от этого табака была. Мне друган говорит, ты что, говорит, он говорит, должен быть влажный там. Ну и потом вот я начал плотно заниматься этим всем делом. Коль, что больше понравилось? Осеннее или? А я только второй пробую, вот этот. Ага. Я попробовал этот, пробую. Тернополь, вот цветочный. Вот этот я пробую сейчас. Душистую я пробовал. Остался. Я тоже осенью ее закатал. Я просто в ролике видел про нее, ты говорил. И понюхал, как бы и запах такой приятный. А вот бамбучку я обкуриваю на трапезонде. Но она крепче, очень крепче. Тернополь, он сам по себе не крепкий такой, средней крепости. Ага. Душистый аромат. Больше табаков, хороших и разных. Вариативность украшает мир. А. Сэр. Вот Мешка Гавана тоже неплохая получилась. Вот с ярким привкусом. Кстати, не очень крепкая. Ее Теннесси Берли так смягчила. Приятно видеть вот это зрелище. Как правильно пепел столбиком. Таким ровным. Нет, это вот это значит правильно скрученная сигара. Да, так и должно быть. И у Лёшки лицо такое умное. Называется, картина называется «Справные табаководы».